Так называемый трамплин на русских горках, или как американский бизнес в Россию потянулся после того, как президентом США стал Дональд Трамп. После его избрания представители заокеанского малого и среднего бизнеса организовали в России два десятка компаний. Директор Института актуальной экономики Никита Исаев рассказал Лайфу про конкретные примеры. Сейчас мы видим активность, допустим, компании «Роснефть» с компанией ExxonMobil по различным инвестиционным проектам как на территории Соединенных Штатов Америки, в Мексиканском заливе, на Аляске, в Техасе, а также разведка российского шельфа, совместные проекты, допустим, Ванкорского месторождения и другие проекты на шельфе, также поставки компании «Северсталь», имеющей высокую государственное участие металлопроката на территории Соединенных Штатов Америки.